Вклад в развитие региона, который невозможно не оценить, в Тольятти вручили премии «Эксперт» за достижения в области экономики и финансов. Среди победителей 15 ведущих компаний региона. Как проходила церемония награждения, узнал наш корреспондент Дмитрий Лобанов. Ведущие предприниматели и политики региона собрались в Тольятти, чтобы чествовать лучших. На премии «Эксперт» награды вручаются компаниям, чья деятельность направлена на динамичное развитие экономики региона, популяризацию предпринимательской деятельности, а также формирование положительного образа области. Первый раз мы ее провели в 1999 году, и в свое время эта премия была первой подобной премией вообще в России. И первая региональная премия именно за достижения в области экономики и финансов. Мы отмечаем лучшие компании, лучшие предприятия, лучших руководителей, которые достигли больших успехов за какой-то период времени. С 2013 года премия вышла на общерегиональный уровень и стала проходить при поддержке Министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области. На протяжении этих лет мы поддержим эту уже ставшую хорошей традицию, которая себя уже и зарекомендовала в предпринимательской среде, потому что для многих предпринимателей это не только возможность отметить их результаты во благо региона, но это еще и такая имиджевая награда, которая позволяет продвигать в том числе свой бренд на достаточно большую аудиторию. Победителям вручают статуэтки Шерлока Холмса, который является символом премии. Награду за создание нового стиля российского автомобиля получил главный дизайнер АвтоВАЗа Стив Матин. Это большая честь получить такую награду. Очень приятно получать такое одобрение за то, что мы делаем в дизайне. Я испытываю гордость не только за себя, но и за команду, которая со мной. Потому что все, что мы делаем, это командная работа. Главная тема мероприятия в этом году – 30-летие современного российского предпринимательства. Организаторы уверены, что бизнес в России и Самарской области продолжит расти и развиваться. Дмитрий Лобанов, Андрей Костомаха, Новости губернии Тольятти.